тем, кто будет заинтересован этой музыкой. А есть еще на самом деле и какое-то количество, и довольно большое, я так подозреваю, поклонников, почитателей и фанатов, называйте как хотите, этого коллектива. Так вот, диски с первым альбомом этой группы можно приобрести сегодня здесь. Кто-то там из фан-клуба их распространяет, продает. На нем майка с надписью этой группы. И находиться он должен где-то в районе регистрации. Там, где продаются майки к фестивалям, да? Не, мне тут музыканты подсказывают, как называется группа, но я, собственно, знаю. Я просто пока не раскрываю, это тайна, понимаешь? Хоть какие-то секреты нужно устроить. Просто все, уже готово к их выступлению. Полетели ракеты, и с вами остается группа «Хамелеон». Один на нас. Один на нас. Чуть-чуть дайте. Один раз, один. Один раз. Нормально. Thank you.
Thank you.
друзья! Клавиши из вокальных мониторов можно наполовину убрать. Мы рады приветствовать вас на байк-рок-фестивале «Курская дуга» 2008! Как вас много стало, ребята! Сейчас мы исполним песню, которая звучала, пожалуй, наверное, всего пару раз в нашем городе. Она войдет в новый диск. Вокал можно даже чуть-чуть поднять мне сюда немножечко, на сцену. Песня называется «Вера твоя», но мне потребуется ваша помощь. Как вы на это смотрите? Давайте немножко поддержим нас. И повторяем со мной очень несложные движения. Oh,
Скажите, пожалуйста, Гоша, прибери. Ребята, у меня к вам есть небольшая просьба. Давайте с вами. Я надеюсь, что в наше прогрессивное время интернет делает свое дело. И мы хотим сейчас исполнить песню, которая, я надеюсь, уже вам немножечко знакома. Это медленная песня, баллада. Она называется «Ангелы». Каждый из них от бессилия выбрал
Спасибо за вашу поддержку. Дайте класс.